Всем привет, мы Боршопи Сквот, и мы решили дать вам небольшой совет, что нужно и, в принципе, необходимо брать с собой на спот. И это топ-5 того, что ты должен всегда иметь с собой в поясной сумке, в рюкзаке, в чехле, где угодно, но ты всегда должен брать это на спот, и это тебе реально пригодится. Первое, что ты всегда должен иметь в своем рюкзаке, в кармане, где угодно, это скейт-ключ. Скейт-ключ универсален, без него ты не сможешь подредактировать свои подвески, не сможешь открутить сломанную доску, также не сможешь починить свою ось, если она собьется и гайка перестанет на нее накручиваться. Вот. У нас есть такие ключи ПИК, они в наличии в офлайн-магазинах, в онлайн-магазине. Тут есть специальная штучка для нареза резьбы на ось. Тут три ключика под гайку, под винты, как под кингпин. Вот. Это универсальная вещь, у каждого скейтера она должна быть. И скейт-ключ — это очень клево, удобно и практично. Второе. Есть такая вещь, как ластик для шкурки. Тут у нас есть такой Mob Grip, Enjoy. Это очень удобно, это реально необходимо. Как бы ты можешь сохранить как бы жизнь своей доске, своему наждаку. Им легко очистить шкурки, в принципе, от любых загрязнений. Но в основном это пыль, какие-то там частички грязи. Шкурка будет как новая, ты ее просто можешь легко почистить и дальше кататься, не париться, она будет цеплять как новая. Советую лично от себя всегда иметь с собой комплект подшипников, потому что подшипники — это такая непредсказуемая вещь, которая может сломаться в любой момент, и ты жестко обломаешься. Ты будешь ехать с чуваками на спот, снимать трюк, весь на хайпе, хорошая погода, все клево, и тут ломается подшипник. А ты в районе там, где просто его не купить, нет скейт-шопа, у друзей нет запасного подшипника, и, естественно, вот запасной комплект подшипников тебя спасет. Как бы ты не обломаешься, все быстренько поменяешь благодаря скейт-ключу, комплект подшипников, и поедешь дальше на хорошем, на радостном кататься, снимать трюки. Поэтому, чуваки, всегда имейте с собой комплект подшипников. Есть и бюджетные варианты, если вам так по-быстрому, как бы, но это должно быть у вас в чехле, как бы в сумке. Вот. Четвертым я бы сказал вам скейт-воски. Скейт-воск, ну, может быть, как бы есть альтернатива скейт-воску, но все равно он немного по-другому работает. Скейтовый воск, он все-таки специально сделан для того, чтобы скользить. Тут как бы разные бренды используют разную формулу варения воска, поэтому он где-то лучше скользит, где-то хуже, поэтому если у вас есть деньги и вы хотите реально комфортно кататься, скользить, лучше возьмите скейтовый воск, и вы по-любому не обломаетесь на любых гранях, как бы на гранитных, на железных, на деревянных, кстати, да, на деревянных гранях, вот, и тоже всегда имейте с собой под рукой воск, чтобы не обламываться, кататься в удовольствие, в радость. Вот. Ну и для любителей экологии топ-5 это вот бутылочка железная для водички. Она как бы универсальна и многоразовая. Вы можете всегда набрать водичку с собой куда угодно. Вы не будете оставлять на споте пластиковые бутылки. Как бы она не очень тяжелая, она из легкого материала. Плюс тут специальный металл используется, который как бы сохраняет вашу воду прохладной, холодной, и как бы в жаркий летний день вы сможете насладиться холодненькой водичкой на споте прямо из своей бутылочки. Ну вот такой небольшой обзор лично от нас о топ-5 штучках, которые всегда должны быть при вас на споте, и вы в любом случае не обломаетесь, клево покатаетесь, проведете время и с удовольствием пойдете чилить дальше после хорошей сессии. Ну и как всегда, специально для вас мы разыграем вот такую прекрасную бутылочку для водички Picture. Вот. Вместе сохраним экологию нашей планеты, не будем мусорить, не будем загрязнять все пластиком. Вот. Для этого вам всего лишь нужно будет подписаться на наш канал, поставить лайк, указать в комментариях ссылку на вашу
страницу ВКонтакте и сделать репост из группы Squad ВКонтакте с этим видео, с этим обзором. И эта бутылочка выберет своего победителя. Вот. Так что дерзайте, больше смотрите, катайтесь. И с вами был Бутшоп Сквот, с любовью. Всем пока, катайтесь на скейте, катайтесь в радость, пейте больше воды.